Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю играть в нашу новенькую игру от создателей Кефир. Это Киберика, друзья, это второй выход видосика. Я тут немножко поменял музыку, уменьшил звуки, так себе оставил и упрощенную графику впихал. 60 FPS мне это не надо. Какая-то вибрация была включена, но это тоже мне не нужно. Давайте побежали, сейчас загрузочка маленькая пройдет. У нас сегодняшнее задание — это отправиться на машине на склад и подключиться к спутнику. Блин, запутался. Давайте побежали тогда. Кстати, доделал вот этот стол. Да, станция, ремонт. Можно делать себе пистолетики. Ну, не делать как бы, а ремонтировать. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Вот я ставлю, бах, прочность 66, типа скоро он сломается. Для ремонта необходимо 4 вот этих детали, оружейные детали, и пистолетные патроны также нужны. Но я получу их, сейчас я задание найду, где тут задание у нас находится. Вот задание. Это задание сейчас мы закончим, вот. Получим опыт, кредиты, ну и также вот эти оружейные детали, и как раз патрончики у нас будут наши. Доставочка, друзья, почему-то в доставочке у меня какая-то еда появилась. Вообще, много сегодня ресурсов было, я сегодня подоставал сегодня полностью, чтобы вот эту станцию ремонта пистолетов доделать. И остатки я куда-то еще закинул, правда не помню куда. Ладно, берем машину и поехали. Так, за руль. А нам нужно ехать на склад. Заброшенный склад. Рекомендуемый уровень 3. Сюжетная локация. Да, поехали. Сюжетная — это нормально. Ну что, включаем турбо. Полетели. Полетели. Хоть побыстрее будем двигаться. Нормально. Хопа, хопа. Мы не врежемся, зато быстро летим. А, я понял, нужно все время держать на педальку газа. О, смотрите, как моментально мы с вами вместе доехали до нашего первого склада. Я, конечно же, буду пользоваться оружием, но также надо смотреть, что тут еще интересного есть. Это какой-то склад. Опа, отлично, код от двери 0451. В доступе отказано. Код неверный. Ты точно правильно вводишь? Издеваешься? Ты же сам видишь. Значит, код изменили. В таком случае придется обойти его. Я знаю одного хакера. Живет недалеко. Иногда работал на меня. Славный малый, думаю, поможет тебе. И как ты это представляешь? Привет. Твой мертвый босс застрял у меня в голове. И ты должен помочь ему вломить в свою же собственность. Скажи, что тебя наняли для расследования моего убийства. В конечном счете так и есть. Парня зовут Лил Свампи. Координаты его квартиры уже у тебя в навигаторе. Ну ёпти-марапти, еще надо за кодом бежать. Да идите вы лесом со своим складом. Чё такое? Ну давай, давай, я нажимаю. Квартира Свампи. Свампи. Ну поехали к этому Свампи. Нет, пускай авто у нас работает. А можно и на скорости авто включать? Ну-ка сейчас посмотрим, друзья. Вот скорость я увеличиваю. Бах! Ай! Нельзя, а чё так плохо-то? Ну давайте тогда я уж поеду на скорости, буду сам управлять машинкой. Вот так вот тихонечко бах-бах-бах-бах-бах. Зато у нас время быстрее уходит. Хорошо, интересно, короче, сделали разработчики, конечно же, нифига себе. Хотя не, нифига, смотрите, как секунды шли медленно, так они и идут. А я еду к этому Свампи. Эй, Свампи, ты где, товарищ? Ох ты, какой сундук тут стоит. Воу, как ты здесь? О, нет, я опять забыл закрыть дверь. Когда заказывал пиццу? Ты Свампи? Я от Кея Поксмана, то есть старый знакомый Кея. Он говорил, ты лучший хакер в городе. Он? Он правда так говорил? Черт, мне жаль, что он
сделал это с собой. Именно из-за этого я здесь. Я расследую его убийство. Убийство? Разве он не сам? Я ничего не знаю. Клянусь, пожалуйста, не бей. В смысле не бей? Я верю, успокойся. Дело в том, что для расследования мне нужно попасть туда, где меня не очень ждут. Насколько я знаю, ты можешь научить меня обходить такие запреты. Я не очень хорошо понимаю. Просто покажи мне, как взламывать электронные замки. А, теперь понимаю. Думаю, я могу помочь тебе. Я перешлю тебе инструкции для дешифровки. С ними ты легко сможешь открывать простые замки. Вот, попробуй на контейнере, рядом. Моя жизнь... Ладно, неважно, не успел. О, что такое? Ладно, правила взлома. В инструкции внизу экрана представлены символы и соответствующие им номера. Ага. Тинь-тирин-ти-тинь-тирин. Среди движущих столбцов найдите тот, все символы, в котором совпадают с символами в инструкции. Нихера не понял. По порядку видите номера, соответствующие символы, подходящие столбу сверху внизу. Следите за временем, у вас есть 3 попытки. Угу. Ну, как бы... В смысле? А на что, мне нажимать надо? А, это просто. Все, понял. 60. Начать взлом. Так. Это 0. Я нихера не понимаю, друзья. Реально, я не понял, что делать тут. 0, 2, 1, что ли? Доступ разрешен. А, нифига себе. Я реально не въехал, что делать. Слушай, товарищ, дай еще попробовать. У тебя получилось. Это поможет твоим расследованиям. Да, спасибо. Кей был прав насчет тебя. Знаешь, Кей был хорошим парнем. Он взял меня на работу, когда остальные не хотели. Что-то увидел во мне. Если его и правда убили, надеюсь, ты найдешь виновных. Я хочу еще немного помочь тебе. Я нашел уязвимое в Брадбуре Спайсе. Надеюсь, я правильно это сказал. Которое поможет тебе получить отличное снаряжение. Пользуйся. Но если кто спросит, я с этим никак не связан и ничего тебе не говорил. Вау, друзья, я получаю, закажи... Та ёпти-марапти. Так, за каждый день... заходите каждый день и зарабатывайте награды. Каждые 20 часов вы можете... Я читал это сегодня. Я уже брал это, друзья. Это я брал 2 часа где-то назад, я это забирал. Да, круто, круто, вот это что добавили, это круто. Я не помню, что я получил. Сейчас я вам покажу. По-моему, я получил вот эти печеньки, 5 штучек, которые написаны. Если я нажму, я сразу беру. О, можно, друзья, ехать домой. Но хотя сейчас пока домой не поедем, мы поедем на склад вместе с вами. Нет, мне надо на склад. Квартира. А почему в квартиру? Мне же надо на склад. Беда какая-то, друзья, с этой игрой. Я пока что не очень понимаю, что здесь вообще так полностью делать. Так, автопилот выключен. Переходите на ручное. Да, мне надо побыстрее, побыстрее, солнышко, побыстрее, побыстрее. 2 секунды как летят. 100. 190. Вау. Вау. 193 километра в час я лечу. Но секунды, смотрите, какая беда. Ой. Мы почти приехали, да, я почти въехал. Вы пере... Скорость... Чего? Чего? Чего ты такое сказала? Ладно, пускай она сама доезжает, потому что, когда я давлю на газ, она быстро едет. Только газ до конца доходит, и у меня время как будто само замедляется. Отлично, давайте себе сделаем пистолет. Вау, нифига себе. Вот я только еще пока не полностью понял, где находится у нас почта. Вот это забираем, вот это забираем. Хорошо. Ставим сюда вот это и... Ремонт. Вай. Да, чтобы полностью, мне нужны еще детали. Отличненько. Как бы это все...
Я лопух, а я лопух. Я реально лопух. А я... Вау, я что с этим совсем барахлом ездил? Ну, я совсем молодец, конечно же. Что у нас там за следующее задание? А, маленький, я с тобой уже разговаривал сегодня. Ой, нет, не сегодня. В той серии. Секретный чат-тень. Ничего? А, тут никого нету. Ясно, назад тогда черный рынок. Что у нас тут? Требуется уровень 4. Мощь электроники низкая. Купить за 500. А у меня 1500. Кстати, можно, знаете что, друзья, съездить, наверное, в магазин и купить что-нибудь там. Хотя я бы купил бы вот это. Восстанавливает прочность одежды. О, прочность одежды, кстати. Так, продажный регулятор. А, это мне не надо, это уже все в порядке. Это у меня прошло. Что у нас там? Поговорите с... А, с кем? Понятно, давайте поговорим. Ну что, еще одна попытка. Знаешь, на этом складе, скорее всего, лежит много ценного. Советую оставить перед поездкой все лишние вещи в шкафчиках. Вдруг унесешь чего полезного оттуда. Да нет проблем, ща, товарищ, ща посмотрим и... Пистоль... Не понял. А, я пистолет... Ё-моё, я пистолет отсюда не забрал. Вот это я даю. Давайте вот это оставляем тогда. Также, наверное, я оставлю эти витаминки. Ну, а нафиг, я возьму вот эти лучше. Потому что они делают мне по 50 хп восстанавливают. А витаминки, ну, там, по чуть-чуть где-то капелюшечку. Пускай они в холодильнике здесь лежат у нас и греются. Все, я готов. Отправляемся на склад. За руль. Да, нам нужно активировать. Поехали. Вот, смотрите, я сейчас беру... Так, маршрут построен, приятной поездки. Но, блин, это очень долго. Давайте вот так вот. Смотрите, я делаю ускорение, жму на педаль газа, и секунды как будто бегут. Бах, и они опять останавливаются. Я не знаю, почему так это происходит. Ну, одна секунда, и мы уже доехали. Конечно же, доехали. Побежали, сейчас посмотрим, что у нас там на складе. Но хотя нам нужно сначала взломать. Можно автоматический взлом сделать. Но я хочу взломать сам. Так, это 0. Это 1. В смысле? А 0-то правильно. 0-то правильно. Подождите, а куда мне надо смотреть-то? 0 это, да? А, да блин, подождите, я не понимаю. В смысле? Значит, 0 неправильно. Сейчас, секундочку внимания. У нас первая идет вот такая каракуля. А у меня нету такой каракули. У меня нет такой первой каракули. У меня и второй нету каракули. Что-то я не въезжаю, друзья. До конца еще не въехал. Помощь. Дайте мне помощь. Еще разок я посмотрю. Короче, друзья, я не понял, как это все работает. Что-то, блин, там мудился. Все, стоп. Неплохо, знаешь, а ты умнее, чем я, чем кажется на первый взгляд, чем я, господи. Если ты пытался польстить мне, то вышло не очень. Что мне надо сделать? Теперь запусти поиск с помощью спутника. Имя Люциус Левьё. Да ёптимарапти, что у вас за имена? Готово. Что теперь? Загляни за дверь. Если моей компании больше нет, то все, это все равно будет скоро выставлено на торги. Ай, как это, блин, мучительно это читать. Это, ой, фу, блин, как это меня бесит. Ладно, давайте посмотрим все ящики, которые здесь есть. Надеюсь, будет бомбически. Ва, кредиты, дубинка. Ладно, вот так вот возьмем. Взять все. А что это такое? Рис? Это такой огромный рис. Нифига себе. У меня есть дубинка. Дубинка на этот раз у нас целая есть. Следующий сундук. Склад. Ничего, такой топовый. Ваучеры на складе. Время от времени вы будете находить уникальные предметы. Ваучеры на скидку. Нажмите на кнопку «Применить». Угу. Чтобы использовать ваучер и получить хорошую скидку на одну из позиций в магазине, у вас может быть только одна активированный ваучер.
Вау. Ничего себе. Ха. О, это что такое? Серийный бивер. Дробовик, короче. Круто. Вожвачка. Знаете, на что она похожа? Это как, по-моему, в 90-е, блин, эти ели жвачки такие. Ой, как они там еще. Поцелуйчики-то были. Ой, я забыл, как эта жвачка называется. Правда, вай. Препарат, это препарат. Но она очень похожа на ту жвачку, блин. Ням-ням-ням-ням. Даже вкус на языке появился от такой картины Репиной. Ладно, вскрываем третий сундук. Мы получаем кредиты. Неизвестная аргументация. Аргументация. Воспользуйтесь биокапсулой, чтобы... Ладно, понятно. Я пока не знаю, что такое. Вау, у меня... В смысле? А у меня места нету. А что мне делать, если у меня места нету? А можно мне как-нибудь это еще привезти, увезти? Тут машина где-нибудь есть моя рядом? Недостаточно места, купить и показать. Ну блин, вы получите. Ну, 15, у меня 4, потому что я один только что потратил. Сразу на 10 прокачать. Ну, это было бы круто, конечно. А сколько эта вещь стоит, вот эти вот штучки, сколько они стоят? Вай, а чё так дорого? Не, ну это дорого. Разработчики, вы чё? Ё-моё, хотя бы эту бы игру сделали бы не очень такой дорогой. Ну ладно. Как мне по... Тебе понравилось? Да, блин, иди ты нафиг, я пока не могу ответить тебе. Ну почему? Да не... А, друзья, почему так? Вернуться, конечно, вернуться. Я еще не все обыскал. Как это? А я думал, можно в машину попасть. Нифига нельзя в машину сразу попадать. Это плохо, конечно, для меня. Подождите. В каком я сундуке-то был? Вот в этом сундуке ведь я был. Блин, я бы вот это забрал бы, правда. Давайте вот это применим. Привет, везунчик. Для тебя есть скидка. 75 киперко... Коинов. 20%. Спеши. Скидка закончится через 3 часа. Это куда смотреть? 300. Дай. Какая нахрен скидка? Нет. Спасибо, ревидерчик. Я не буду этого делать. Блин. Почему я не могу эти диоды забрать? Или идиоты? Ха-ха. Все, к чему лучше не идет. Что у нас тут такое? Стилет. Оружие ближнего боя. Это мне не надо. Ё-моё. Смарт-пласт. Сколько восстанавливает 20 лечебную ткань? А, блин, а чё мне делать-то? Я хотел бы это все забрать. Съесть. На кой черт я съел? Да и я это съем. Вот так вот я возьму просто. Ну, а чё? Нифига себе, такую вещь я не могу оставить здесь. И все равно надо это все забрать. И вот у нас тот сундук, который нужно взламывать. Что у нас там идет? Бляха-муха. 0. Что у нас тут такое идет? Вот это будет циферка 1, да, циферка 2. Все равно не понял, что тут вообще делать надо. Открываем, и мы получаем, что мне делать, как мне быть, как мне это все забрать. Я не знаю, как мне быть, я хочу-то все забрать. Не все складно, знаю. Давайте вот это наденем. 20, блин. Еще, я хотел сказать, еще один дробовик. Анти... Это что такое? Вастлеланды. Пистолет. Ладно, не буду то, что сверху, это пистолет. Устрашающий по габаритом и мощностью пистолета для охоты в городских джунглях. Ну блин. Весь вот этот ресурс, друзья, надо забирать, потому что я только начал играть, а у меня уже места нету. Место, я не знаю, чего я возьму вместо тебя. Надеюсь, я обратно сюда еще прибегу, чтобы забрать все полностью до конца. Побежали тогда сейчас домой. Мы там что-то активировали. Ё-моё, еще не привык к этому, ко всему, конечно же. Бежим домой.
Задание, надеюсь, у нас будет выполнено сейчас. Ну и побегаем, конечно же, по простым локациям. Тут вообще локации есть какие-нибудь? А, система ускорения не установлена. А это что такое? Система взлома не установлена. Вооружение не установлено. Какое-то еще вооружение будет. Смотрите, а я могу сюда зайти. Ну да, нам нужно, короче, устанавливать станки, чтобы улучшать наш инвентарь. А инвентарь, блин, это, не знаю, не в скором времени я смогу его улучшать. Ну что, мы доехали? Да, мы уже доехали. У нас машинка впереди экрана побежала. Давайте закинем сюда вот это. Блин, ну как же жалко-то. Как обидно, что я не забираю все полностью. А мне интересно, вот оружие, не исчезнет это оружие или исчезнет? Так, верните домой и поговорите с Кеем. Сигнал есть, но очень слабый. Лициус в городе, но прячется. Подождем, пока он высунется из той дыры, в которой сидит. Как только это произойдет, я скажу тебе. До тех пор можешь заниматься своими делами. Ох ты, новый уровень, входящий вызов. Керук. Слухи оказались не просто слухами. Ты и правда в городе, салага. Капитан. Керук, это вы? А вас... А вас или об... А вас или об... Отряд, да, блядь, почему я читать-то опять не могу? Что за пиздец-то опять начинается? А вас или об отряде не было никаких вестей с тех пор, как... Я больше не твой капитан, просто Керук. Послушай, я бы хотел поговорить с тобой с глазу на глаз. Я буду ждать тебя в кафе в даунтауне. Ну ладно, жди в своем дауне, тауне, ну короче там. О-ля-ля, вот это что такое, я пока не знаю, что тут вообще за фишка такая. Воспользуйтесь биокапсулой, чтобы идентифицировать часть тела. Я не знаю, что за биокапсула. Киберпространство, продажа регулятора. А, блин, господи, не то. Черный. О, биокапсула, смотрите, у меня появи 1000, а у меня 2,5. Давайте купим эту вещь. И? Но она у меня появилась. И давайте сейчас посмотрим, что там можно... Ёб твою мать. И, да, иногда у меня вылетает такая штукенция, что называется ёб тимарапти. Ой, у меня нету светодиодов, которые я там оставил. Подождите, товарищи, подождите меня, маленькие. А, я скинул. Я скинул это все. Витаминки сюда закидываем, жвачки закидываем. Пластырь вообще куча стала. Давайте, наверное, сейчас съездим тогда уж обратно на ту сторону, потом, ой, на ту сторону, на склад. Мне просто интересно найти Керука в личном кафе Даунтаун и поговорить с ним. Но это, конечно же, это мы сейчас сделаем. Даунтаун. А можно мне на... Мне нельзя на склад. Ну, ё-моё, мне так заколебало это. Туды-сюды. Я думал, по-своему можно как-то будет побегать, поискать, посмотреть. Но не, нифига, тут надо делать то, что говорит игра. О, смотрите, я кручу. А я кручу рулем. Тра-та-та, тра-та-та. Не, давайте поставим авто, пускай он крутит сам. И да, мы доехали. Чё, куда бежать-то? Какие-то игроки бегают еще здесь, а здесь нам нельзя. А, вон, восклицательный знак, надо почаще смотреть, конечно же, нам на карту. Вот он стоит. Это ты стоишь? Да. Это ты, салага? Рад тебя видеть. Сколько прошло? 5 лет.
Чем занимаешься? Как твоя голова? При всем уважении, я знаю вас слишком хорошо. И вы никогда не были любителем советской беседы. Ха-ха, это так. Дело в том, что мне подвернулась одна работенка. Но я не справлюсь один. Мне нужна команда. Капитан, я больше не работаю в команде. В прошлый раз все закончилось чертовски плохо. Для всех нас. Я понимаю. То дело прошло не очень хорошо. Но не очень хорошо. Эдриан погиб. Элис в тюрьме. А меня от смерти отделяет сраный чип в голове. Это правда. Прости, но выслушай меня. Платят 10 миллионов кредитов. Ты сможешь починить свой чип, оставить работу наемника. Одно последнее дело, клянусь. Хорошо, одно последнее дело. И что же это за дело? Знаешь, VV Systems, одну из самых крупных корпораций, занимающих аугментациями, ёптимарапти. Так вот, они создали некую технологию, которая должна перевернуть весь рынок киберпротезов. Я не знаю, что именно это за устройство, но знаю, что если мы сможем его достать, то будем купаться в деньгах. Украсть? Непонятно что? Хорошая задача. Вы хотя бы знаете, где искать эту штуку? Сейчас устройство находится в исследовательском корпусе под небольшим количеством охраны, но скоро его оттуда вывезут. Понадобится хакер, чтобы отключить сигнализацию, и кто-то с быстрой тачкой, ё-моё, чуть читай, это точкой, чтобы обеспечить отход. С первым я могу помочь, но не уверен, что моё авто подойдёт, если начнется настоящая погоня. Я отдам тебе координаты местного механика. Ее зовут Тесс. Она шарит в тачках больше любого в этом городе. Только не обманись маленькой внешностью. Ей палец в рот не клади, откусь. Тебе тоже не повредит подготовиться. Найди пушку покруче и одежду получше. Ну, немножко по-другому, друзья, это все звучит. И установи себе пару апгрейдов, в конце концов. Ты ведь ничего не имеешь против аугментации. Скажем так, теперь я отношусь к ним с большим недоверием. Давай на чистоту. Ты уже не в той форме, что прежде. Перестраховаться не помешает. Как разберешься со всем, приходи. О, да ладно, это бесплатная пушка? Ну, давай бесплатно, давай. Покупка прошла успешно, предмет перемещен в доставку. Ну, доставка это вот это. Ну да. Забрать. Ничего, у меня пушечка стала. Дайте мне посмотреть. Вот это да. Я мастер, китайский фломастер. Вот это да. Смотрите, какой я крутой теперь. Ну-ка, здесь стрелять можно? Нет, нельзя. Жалко, что здесь стрелять, конечно, нельзя. Ну ладно. Побежали тогда от Сендова. Так, найти Тесс в ее гараже и поговорить с ней. В ее гараже. Ну, побежали смотреть, где она тут находится. Она, скорее всего, у нас не здесь, а находится. Она находится у себя там. Давайте вот так вот нажмем. И вот, да. Смотрите, а на карте есть ПВП. Я не могу картой двигаться, потому что у меня еще идет сюжетка. Давайте сюда тогда. Гараж Тесс. Поехали. Ну что, гараж Тесс. Я бы, конечно, огнестрел скинул, так как мне он нафиг сейчас не нужен. Давайте посмотрим, что вообще здесь есть такое. Ну, здесь подъем машину. Тут всякие, смотрите, пилы там, стол, короче, ионный. О, и это, как рис стоит на этом. Какие шикарные плакаты. Мне вот такие баллоны всякие. Еще один такой же стол. Что тут? Ну, тут всякие инструменты, скорее всего, для этого. Ну что, Тесс, привет. Ты Тесс, верно? Может. А кто спрашивает? Я знаю, что ты участвуешь в не совсем законных предприятиях. Это угроза?
Последний человек, который мне угрожал, узнал, как глубоко может застрять гаечный ключ. Совсем наоборот. Нужен водитель и быстрая тачка. За приличную сумму в кредах, разумеется. Откуда я знаю, можно ли тебе доверять? Но если поможешь мне, я изменю свое мнение. И с чем нужна помощь? Банда угонщиков хотела, чтобы я поработала над тачками для подготовки к продаже. Я перепрошила и перекрасила всех их авто, а они слили, не заплатив. Конченые придурки, ё-моё. Вот это да, вот это словечки. Преподай им урок. Найди эти тачки и покажи, что бывает с теми, кто не держит обещания. Сделаешь это и поговорим о твоем деле. Ну, конечно, конечно, уничтожь машины бандитов-угонщиков. Круто! Я ничего не скажу. Конечно, давайте. Садимся за машину и побежали. Куда там нам ехать-то? Давай, давай, я готов. Поехали! Может, там какие-нибудь будут еще машины или ящики для скрытия их. Смотрите, я пропустил. Пропустить бесплатно. 24 раза я могу еще пропустить бесплатно, чтобы не ждать долго. Но пропускать надо где-то примерно около 3-5 минут, потому что 3-5 минут я не очень люблю долго ждать. Когда нет у меня видосиков, когда не буду записывать их, конечно же, я буду ждать там как бы недолго и нормально все. А сейчас нам нужно побыстрее, чтобы побольше нам записать этой игры. Я, короче, прибыл на ихнюю территорию. Нету сундуков, ничего нету, да? Вот один стоит. Насел. Готов? Ох ты, смотрите, сколько кредитов-то дают за один раз. Так, стопэ, тут что-то надо сделать. Эй, что такое? О! Это не я, это не я делал, все, ревидерчик. Минус одна, нам нужно еще много машин так сделать. Вау, один стреляет. На! Так вот ты стреляешь там. Хопа. Есть кредиты. Одни кредиты. Ну, кредиты как бы не то, что плохо, что вообще пипец как-то. Но нормально, они мне пригодятся. Вот еще стоит машинка, смотрите. Знаете, что неинтересно? Почему черный экран? Разработчики, добавьте хоть какой-то взрыв там или что-нибудь еще интересное такое. Почему черный экран-то становится? Ой, у меня перезарядка была. Вай, да чё так неловко-то, алё? Давай уже убивай его. Блин, как-то это... О, нифига, ещё и провода дают. Это круто. С проводами спасибо. Машинки такие точил, надо их уничтожать. Ну чё это за беда? Чё чёрный экран-то становится? Я чё, взрываю чёрный, чё-то чёрное, да? Ну ладно, пускай будет так. Немножко, друзья. Ну ладно, разработчики, надеюсь, у нас придумают что-нибудь поинтересней, чем просто чёрный экран. Отдыхай, валенок. Жалко, что попадаются одни, конечно же, нам кредиты. Если попадались оружие, это было бы круто. О, дубинка стоит. Не догонишь! Хопа, не догнала. О, еще и пивко дали. Ну, там, конечно, не пивко, там, скорее всего... А в смысле, я еще только один сундук нашел? Или я до этого не видел? Друзья, давайте пробежимся сейчас еще разочек обратно. У меня клавиатура опять заедает немножко. Тут не было, да, ничего? Блин, ладно, не побежим обратно. Это очень далеко, это беготня, нафиг. И так он как-то, ну... По мне, так он очень медленно передвигается. Не знаю. Или просто я не привык. После ЛДЕ там-то чувак у нас быстро бегает, а здесь медленновато. Господи, боже мой, почему я не могу слова скласть в кучу? Сколько здесь сундуков, которых... Вай. Отвали. Один выстрел. Ясно, конечно.
Второй. Падай. Круто. А кредиты там можно собирать, 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 собирать. Давай, давай. Ты косой. А, я-то тебе попал, а ты-то не попал. Все, валяйся. Витаминку мы съедаем, пускай у нас хпшка восстанавливается. Так. Вот так. О, там нифига, там какой сундучил огромный такой стоял. Вы видели, да? Смотрите, сейчас покажу. Ой, какой огромный. Ой. Бежим. А вот мне интересно... Да, я отдаляюсь от них, смотрите, я отдаляюсь. Я могу повернуться и стрельнуть. Так будет поудобней. И у меня не будут пропадать хпшки. Но что неудобно, то что... А, у меня перезарядка тупая. Да пошел ты лесом, вот так вот. Нормалючик, нормалючик, пирожочек там. Давайте вот так вот, хоп. Эй, хоп. Восстанавливается? Че он... А, это... Фу ты, это же не то восстанавливается. Это восстанавливается ХП, а я... Ну ладно. А я просто их так схаваю. Я их просто так схавал. Вот он у меня стоит. Сундук огромный и... Ну тут пластырь, конечно же, есть всего понемножку. Взрываем еще одну машину. Там стоит бандиты. Раз. Два. Давай, 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 давай. Нормально. Уровень поднял. Перезарядочку делаем. Наверное, заранее делать перезарядку, потому что когда мы бьемся с этими товарищами, он неловко это все делает. Черный экран, затемнение, это странное очень, конечно. Хопа. Все. Нам нужно последнюю машину найти. Сейчас я пробегу. Здесь есть сундуки? Ясненько. Так. Там просто был сундук. Вау. Это что такое? Что за кибер стоит? На. Отвали, чучмык. Нифига себе. Ну там последняя машина. Я знаю, друзья, сейчас мы это сделаем. Не переживайте. Я сундук просто хочу забрать. Ничегошненько. Вот это да. Ага, здесь можно выйти. Не, давайте сначала я машину тогда уничтожу, последнюю. Нифига себе, у него кибер. Это что такое? Это руки киберские такие, да? Вау, он круто выглядит, правда? Ломаем тогда, взрываем, уничтожаем последнюю машину. Это 8-я была. И теперь вернуться к тест надо. Сейчас я проверю. Вон тут сундук стоит. Да, наверное, скорее всего, в начале где-то сундуки стояли, но их искать, друзья, я не буду. Сейчас подойдем к машине, я скину кое-какой лишний груз в машину, пускай в машине лучше валяется. Беги давай, солнышко, беги мое. В смысле? Ворота открыты уже. Вот, давайте скидываем. Мы, наверное, скинем так. Кредиты я могу складывать, как бы. Вот это скину, вот это. У машины, конечно, можно, наверное, будет увеличить багажник. Если будет можно увеличить багажник, то это будет классно. А то 5 вещей перевозить. Но это не очень, конечно же, классно. Да, поехали к этой солнышке. Ну что, друзья, вам нравится такая сюжетка? Я буду продолжать проходить ее. Также хотел попросить всех тех ребят, кто не подписан на мой канал. Подписывайтесь, друзья. У меня в каждый день выходит видосик. Я стараюсь для вас не пропускать, конечно же, дни, когда меня нету. Когда у меня видосик, если в 10 утра не выходит, друзья. Не по моей вине. Это из-за того, что Ростелеком отключает не вовремя интернет. Или где-то просто провода обломаны. Ну и так получается, что во всем городе отключают. Не только у меня, не переживайте. Ладно, ха, четко ты. Другие подумают лишь раз перед тем, как пытаться меня нагреть. Теперь ты поможешь мне? Окей, посмотрим. Стоящее ли дело? Стоящее ли дело? Куда ехать? Когда я дам сигнал, встретимся у кафе в даунтауне. Нет активных заданий. Ну и что мне делать? Давайте за руль. О, я карту могу двигать. А, ничего себе, вот это да. Теперь я могу двигаться хоть куда могу, да? Ну, круто. А где склад? Это кто у нас? Это квартира с вампи. Угу. Это что у нас тут?
Окраина, хорошо. Это что такое? Переулки, отлично. Это что такое? Гоночный трек. Рекомендую. Понятно. Понятненько. Даунтаун есть. Клановый PvP. Ну, там 70-й левел у меня пока что такого нема. Склады 51 уровень нужен. Понятно. Тут что такое? Тюремная квартира. Ой, тюремный квартал. Ну, тоже нужно очень много. Уа, как много барахла всякого. Уа, меня это очень сильно затягивает, друзья. Мы везде с вами побываем. Рекомендуется уровень. Только нужно уровень поднимать, конечно же. Мы с вами это будем все делать. Тут 31 уровень. А куда мне можно вообще попасть-то, не понимаю. 8 уровень, да, вот здесь я можно попасть. А здесь первый уровень. Ну, тут слабенько. Вот все, что может попасться здесь. Правильно ведь, да? Вот все, что может попасться. Это что такое? Консоль? Консоль! Патроны всякие. Сейчас, наверное, скорее всего, друзья, побегаем вот по этим дворы. Рекомендуется 16 уровень. А у меня... А куда смотреть? Где мой уровень? А, у меня уровень 7. Ну тогда до 7 уровня будем бегать. Тогда у нас переулок. 8 уровень мы можем, наверное, и окраина. Все, больше пока никуда мы не сможем бегать. Где у нас склады? Что-то я не могу въехать. А где склады были? Блин, я на складах вещи оставил. Я бы забрал бы, но я что-то не вижу больше складов. Ладно, поехали домой, друзья. Сейчас разгрузимся сразу же. Вот так вот быстренько телепортируемся домой. Вот это все скинем. Ну и пойдем, конечно же, немножко пофармимся. Так, чё? Чё? А чё? В город. В город, наверное, я потом заеду. Не поеду сейчас в город никуда. Так, сложить все. И мне надо бы вот этот биокапсулу нужно бы доделать. Как раз для биокапсулы нам нужны ресурсики. Мы с вами поедем сейчас за ресурсиками, пофаримся немножко. Что у нас там с огнестрелом? Не ломается ли он? Дай мне посмотреть, солнышко, на тебя. 60. Вай! Он ломается, смотрите-ка. Это плохо, что он ломается. У меня есть ресурсики, конечно, я могу сделать его. Три татушки, три татушки, три татушки, три тата. Это что такое? А, ну да, я думаю, что за восклицательный знак у меня на экране появился. Кстати, надо машину разгрузить. Вот так вот. А то в машине у меня много ресурсов, которых мне нафиг не нужны будут сейчас. Давайте вот это снимем. Так, это возьмем, вот это возьмем. Сейчас немножко сделаем свой пистолетик. Ну, отремонтируем. Ложим. А, нам не надо этого, да? Хоп, нормально. И нормально все у нас. Это будет лучший высший класс. Пистолетик я тебе забираю. Мы пойдем сейчас с тобой немножко пофармимся. По двум локациям поездим, чтобы доделать нам биокапсулу. Огнестрел сюда скидываем. Я его брать с собой не хочу. Также батончик, также водичка. А что у меня там с человечком? Сытость 0. А в смысле? Если сытость 0, я что, не умираю, что ли, из-за этого, да? Нет? Ну-ка. Это здоровье пополняется, блин. Постепенное лечение 35. Так, 15. Лечение просто. О, сытость. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Это куда надо смотреть-то? А вот сытость 16. Блин, я правда не очень пока что с этим всем разобрался, друзья. Давайте вот так вот выпить. 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 Ну, блин, ну давайте до полтинника. Вот, 56. Не знаю, что лучше, что не лучше. Берем машину тогда. Ну и поехали на территорию, где можно будет нам почиститься. Окраина. Здесь можно вот такие ресурсики найти. Все те ресурсики, которые мне нужны. И вот переулок есть. Но здесь она, вот этот ресурс побольше, это консоль.
Я не вижу никакого толку, куда мне больше, точнее, лучше ехать. Тут восьмой левел нужен, а вот здесь седьмой. Давайте сейчас сюда поедем. Это окраина, все-таки побыстрее это будет. Турбо включаем и полетели, полетели, солнышко, полетели. Чем быстрее, тем лучше. Сразу машины так стали чаще попадаться. Ну, мы так быстрее хоть доедем. 3 секунды. Сейчас зачистим, попробуем эту локацию. Вай. Тихо, тихо, маленький, отчепись от меня. Вот, ничего себе, по 3 батарейки здесь валяется. Неплохо. Так, кредиты я все забираю. Сразу кредитки надо мне собирать. Хопа. Хопа. Отвали. О, еще и мне дали витаминочку. Вот тут кредиты сейчас дадут. По-моему, выпадает по 57 кредитов. Ну-ка. Пусто. Понятно. Ни хера не выпало. Вообще ничего не выпало. Побежали. Что у нас тут? Тут тачки. Во, сундук стоит, смотрите, сразу. Вот на карте его видно хорошо. А те, которые зеленые стоят, их надо, конечно же, находить. Штаны мы заберем. Товарищ стоит. Иди сюда. Иди. Отвали. Все. Арвидерчик. Всех мы мочим, всех мы бьем, мы тебя-то вот убьем. Что у нас тут такое? Здесь, наверное... А, тут выход. Выход нам не нужен. Заколебись. Просто заколебись. Он еще перезаряжается. Да вали. Вали эту шавку. Там еще кто-то стоит. Знаете, что здесь плохо? То, что нельзя просто... Издалека их бомбить. Это было бы круто. Ну да, может быть, в будущем у нас появится снайперка или все и все остальное. Вот, видите, раз, два. Только добежать успела. Я что-то прямо бегу. Стенку только сейчас нашел. И 40 кредитов. Ну, это не очень так много, конечно же. Сейчас проверим, все везде. Вон сундук стоит. Это забираем мы сразу же. Маленький. Здорово. Здорово, бандитос. Пустой. А-а-а, это пустой был. Еще один бежит. Ой, как это муторно, а. Давай, сдохни ты. Кавашаня. Ну тогда перезаряжаться заранее надо делать. Я все забываю про эту перезарядку, конечно же. Это не вовремя все получается. Хопа. Не добежишь. Не добежишь ты до меня. О! Сундук. Его не видно было. Вообще не видно. Локация огромная, друзья. Ресурсиков очень много полезных. Которых... Да ё-моё, где там заблудился? А, там столы стоят. И ясно, понятно, что мне... Да ну давай, ты шевелись. О! А в смысле я мимо тебя прошел? Пусто. Ну, значит, не зря прошел. Значит, я не зря прошел. Кто там? В смысле? А я его не видел, ребятки. Правда не видел. Хопа. Да почему она с битой ведь? Почему у нее биты-то нету? Смотрите, у нее бита есть. Да, у меня перезарядка. Хопа, кредиты. Одни кредиты дают. Что, может, здесь еще сундук есть? Есть сундук? Тут нет сундуков, да? Здесь, наверное, скорее всего, уже будет выход скоро. Надо будет вот этого убивать сейчас. Опа, опа. А, этого тут шабачка. Шабачка, здесь шабачка. Вон сундук еще с левой стороны стоит. Сейчас его тоже облутаем. Ой, бита. Еще одну биту дали. Я, наверное, скорее всего, от одной биты избавлюсь, так как она мне нафиг не нужна. У меня и так одна дома валяется. Здесь пустовато все. Здесь у нас все пусто, пусто, пусто. Муторно, это все надо бегать, это все надо проходить. Сделали бы одну локацию, вот здесь пусто. Ну тогда я уже круг сделал, друзья, полностью круг сделал. Сейчас я вот это дойду. Мне просто интересно, вон тут чувак стоит. 2, 3. А что ты, почему он по 4 удара, ой, по 4 выстрела делает? Уровень, нормалечек.
Нормалёчек, нормалёчек, нормалёк, лёг, лёг. А, нифига себе. Тут везде можно просто пробежать. Угу, ясно. Конечно, с этими локациями нужно знакомиться и знакомиться, и запоминать, как всё и что, и куда тут можно бежать. Я, наверное, бегу прямо сейчас к машине. Да, я к машине подбежал. Друзья, я сейчас кину кое-что. Это, наверное, дубинку. Штаны я скину. Все остальное у нас стакается. А ботинки и штаны у нас не стакаются. Побежали тогда сейчас направо. Ой, здесь как много народу. Раз. Давай, давай, солнышко, мочи этих головастиков. В смысле? Я не на ту кнопку нажал, друзья. Получилось так, что наоборот, я сложил к ним. О, сундук. Открываем по-тихому сундук, и нам нужно как-то попасть еще к ним. У них там зелё... Вау, да ладно, ничего себе, взять все. Баночка, я тебя выпью. Нафиг ты мне не нужна, я не буду с тобой носиться. Ну, побежали тогда сейчас вокруг. Я бы хотел бы ствол отнести в машину, так как я поблизости сейчас нахожусь. Плюс еще пистолет, это бомбически, конечно же, выглядит. Ну, все остальное у меня стакается, друзья. Вот так вот, давайте я еще скину. Вот так вот, во. На всякий пожарный, пускай у нас будет три места. И перезарядиться. А, нет, нельзя. Надо стоять и перезаряжаться. Надо вовремя нам перезаряжаться, чтобы патронов нам хватило на у них. Фу, на у них, на них. Ну, что там, выход. И да, вот последние товарищи здесь тогда остаются. Сейчас мы их валим. Странно он, блин, конечно, это все делает. Вон, тут еще один стоит. Давай, не добежишь. А, нет. Да ёпти-марапти, я все привык не на ту кнопку нажимать. И буду теперь нажимать все время. Там где-то снизу будет еще сундук стоять. Да, тут не везде кредит. Вон, вот про этот сундук я говорил. Опа, опа, опа-па. Опа-па, была собачка, я ее любил. А чё ты в упор-то подбежал? В смысле, а чё за беда такая? Не было такого. Ну что, последний сундук тогда открываем, и можно возвращаться обратно домой. Опять бита, да вы чё, издеваетесь что ли? На кой чёрт мне столько бит? Патроны. Ну хотя я всё могу взять. Не знаю, может эти биты можно потом будет перебирать, или разбирать, или что-нибудь ещё пригодятся для чего-нибудь, для такого. Давайте я здесь выйду. Вот так вот. И поехали домой. Сейчас посмотрим, если мы... Ой, точнее, если нам не хватит ресурсиков, мы съездим туда, где надо на 8 уровень ехать. На локацию 8 уровня. Био, 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 био. Ну-ка, био, сколько тебе надо и чего тебе еще надо? Сейчас мы посмотрим, по-моему, у меня этого всего хватит. Даже, может быть, нам и не надо больше ехать будет сюда. Ой, туда. Сейчас посмотрим, посмотрим. Скидываем тогда в дубину, патроны все сюда. Лекарства нужно скидывать в холодильник, чтобы не испортилось. Вот так вот это все скидываем. О, нормально. Даже можно эти кредиты, наверное, тоже сюда скинуть. Ну, чтобы не около дверей были. Это мы берем, вот это берем, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Сейчас посмотрим. Я не знаю просто, что там еще нам нужно. Все, заберем отсюда все ресурсики. И закинем. Нет. А, да-да-да-да-да. И вот это закинем сюда. Все, побежали, сейчас посмотрим. Надеюсь, что мне этого хватит. Это норм. А, это норм. Так, этого мне не надо. А, мне нужно, конечно же, светодиоды, которых у меня нету больше пока что. Вот это и вот это. Да, у нас, что это там? Пластиковая панель, решетка, короче, и светодиоды. Светодиодов у меня нету, друзья, больше. Реально нет у меня светодиодов. Дубинку я дома оставлю. Так вот скину. Патрики дома оставим тогда. Сейчас за светодиодами тогда поедем. У меня еще в машине, по-моему, ресурсики есть. Ну, тут не то, что сказал бы полные ресурсики. А такие. Это сюда скидываем. К
ткань, не знаю, может пригодиться куда-нибудь. О, нормалютик. Нормалютик, нормалютик. Одежда, дубинки, все здесь оставляем тогда. Ну и поехали сейчас мы за светодиодами. И вот эти пластиковые панели мне нужны еще 5 штук. Сейчас посмотрим, где больше попадается еще. За руль. Что-то я не посмотрел. Светодиоды здесь есть. Но я ни одной не нашел. Давайте съездим вот сюда. Здесь, по-моему, больше шансов есть, чтобы я что-то нашел. Целая минута, друзья. Я не хочу ее ждать, так как это очень долго. Это минута. Целая минута вообще. И мы попадаем на локацию. Хотя, мы здесь были, друзья. Мы на этой локации уже были вместе с вами. Так. Гав-гав. В отбой. Да тихо ты. Взламываем первый ящик и... Да, можно было не взламывать его. Давай, вали его. Вовремя. Это просто вовремя. Перезарядка моего пистолета очень вовремя. Ничего себе, это что за дядька там такой? Ничего себе он. Ох ты, а ресурсов-то как много он дает. Круто. Давай, давай, солнышко, давай. Молодец какой. Хаваем, хилимся полностью. Ну дай мне кредитов. Молодец какой. Да, тут, кстати, все с оружием. Вообще полностью все. Даже какой-то громила попался. Но в нем неплохо было ресурсов. Смотрите, сколько ресурсов. Мне сейчас придется, наверное, обратно бежать к своей машине, чтобы все скинуть. У меня не будет столько места. Он, блин. Надо не это, мимо не пробегать. Пусто, да? Пофиг, пусто, не пусто. Но проверять-то надо каждый сундук. Так, тебя мы валим. Кредиты забираем. Ой-о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 й. Так, а подождите, а можно я съем этот батончик? А, он сытость прибавил. Это нельзя, да? О, я нашел. Мне пластиковую панель. Мне нужно еще одну найти. Еще одну пластиковую панель. И мне этой пластиковой панели хватит. Давайте сбегаем вот сейчас в эту сторону. Мне просто интересно. Хера, а тут локация что-то огромная какая-то. Очень огромная локация. Чего? Офигеть. Друзья, это просто офигеть. Ничего себе. Громила бритоголовых. Ой-ой-ой-ой. Вой-вой-вой-вой-вой. Надо хп немножко восстановить, потому что у меня все-таки тратится оно. Я не хочу сейчас здесь откиснуть. Сейчас, друзья, скорее всего, я побегу обратно к машине, чтобы унести все ресурсы. Вау. Ничего себе. О, решетка дали. Дали решеточку мне. Нифига кредитов. Изолента. Ай-яй-яй, мне все не влазит, да ладно. Нет, мне придется бежать к машине и уносить часть. Побежали, друзья, тогда обратно. Сейчас унесу я все и обратно сюда прибегу. Нет, не сюда бежать. Конечно же, я все скинул. Ну как, все. Все, что влезло. И у меня 5 инвентарь цел. Да вы что, издеваетесь, что ли? И что мне делать? Ой! Товарищ, а я тебя не заметил тут как-то. Ты чё тут втихаря стоишь? Спасибо за печеньку. Ой, за конфетку. Конфетка вкусная, сладенькая. Кредитов очень много дают. Так, я вышел на главную дорогу. Мутирующий пес. Давай, беги ровненько, маленький. Вай-вай-вай, тихо, тихо, тихо. Что за беда? Он сам автоматически бегать начинает и убивать. Это очень плохо. Это мы открывали. Давайте по главной дороге тогда сейчас пробежимся. Всех поубиваем здесь, чтобы здесь никого не было, да? Прекрати, пожалуйста, стрелять просто так. Тут надо всего 3 выстрела. У меня места нету. Ну вы посмотрите, что вообще делать мне такое? Надо как-то апгрейдить себя самого.
смешно, конечно, это даже звучит смешно. Надо как-то саму себя апгрейдить. Ой, вообще мало места, друзья, вообще мало места. Давайте, наверное, вот эту вещь сюда скинем, тогда уж. И батарейки скинем. Если что, придется таскать туда-сюда, бегать, а что? У меня нет больше карманов. А оставлять такие ресурсики здесь я не хочу. Тебя я заберу, конечно же, заберу с радостью. Скорее бы у меня 15 уровень был, и у меня было бы открыто еще одно. Точнее, еще одна вместимость. Блин, вот это да, я даже самого себя половины не вижу. Нифига тут карта, в смысле, а почему такая карта огромная? Или я тут был? Нет, нифига я тут не был. Ну давай, давай, солнышко, быстрее, 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 вали их всех. Тихо, 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 ты не добежишь до меня, не надо. Не делай поспешных выводов. Друзья, не делайте поспешных выводов. Ясно. Ва, нифига себе их тут, да вы чё? Волк, пошел нафиг. Вау, 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 тичери, тири, поли. Тарита, трита, ту-ту-ту, и ту. И давайте я убегу подальше. Наверное, скорее всего, к машине надо выбегать уже будет сейчас. Потому что у меня еще, блин, плюс перезарядка долгая очень будет. Пока я перезаряжаюсь, меня могут убить. Давайте перезаряжайся, ну! А, все, уже перезарядка есть. Вау, какой он сильный, ёпар СТ. Давай, вали его. Ну! Все, я завалил, я всех завалил. Я крутой, я Франкенштейн. На рита-та-рита и три татушки. Я около машины, конечно, нахожусь. Даже не знаю, что скидывать. Потому что я ничего не буду скидывать. Ва, смотрите, у меня бронь пожелтела, пистолет тоже же пожелтел. А если пистолет сломается, и что? И все, и пипец, и жопа, да, будет ведь? Это будет жопка-попка, городовая, это будет у нас та волосатая, она... У нас, конечно, есть биты, если что, я битами буду пользоваться. Здесь я убил громилу. Но также стоит еще один чувак, вот там вот, сразу около стенки. Смотрите, как я ловко обошел его. Он даже не заметил. Я, наверное, не буду его трогать. О-ля-ля. О-ля-ля. А где диоды-то, ребята? Где диоды? Мне нужны диоды. Мне нужны диоды, правда. Без диодов здесь делать нечего. Я не буду этого товарища трогать, так как он, ну, незачем, как бы он мне. Все равно у меня сейчас огнестрел слетит, и мне придется домой обратно бежать. Вот здесь я видел сундук. Да и вы видели, наверное, когда вначале мы сюда бежали, там был сундук. Но здесь, скорее всего, стоят ребятки. Фрик. Давай, сдохни. Задохни. Перезарядка. Полная перезарядка. Все. Пистолета нет, друзья. Я остаюсь без него. Блин, и там чувак стоит. Огромный, нет? Там волк. Ну, давайте кулаками. Я попробую, конечно, кулаками его. Нифига себе, а там дальше кто? Ва, громила, да идите вы нафиг. Не-не-не, все. Нам нужно бежать к машине и брать, скорее всего, что-то из огнестрела. А, огнестрела у меня нету больше. У меня огнестрел дома остался. У меня есть дубина. Огромная, сильная дубина. Надеюсь, что она сильная, конечно. Мне ее надо взять. Фу, что там? У меня перед носом комар летает еще, мешает мне разговаривать. Дубина есть? Ну, поехали тогда, посражаемся. Сейчас попробуем. Просто попробуем. Вон он бежит, вон он, с левой стороны, снизу я видел его. Надеюсь, что мне хватит, конечно же, хилок. Я надеюсь, что мне хватит этих хилок. Ну, давай, иди сюда.
Вау, смотрите, неплохо, он пока перезаряжается. Фу! Ой, ты, Мурло! Мурло Мурлонович, вы проиграли, и я забираю ваш лутецкий. Ай, пусто. Нет, 88 кредитов. Неплохо. А я что, тут не был? И правда я тут не был. Странненько. Забираем все, что тут у нас есть. Так, тут уже ничего нету. Ну мы... Вау! Смотрите, я этого сундука не видел, когда первый раз пробегал. Наверное, я просто невниматочный. Вот и не видел. Ай-я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 й. Вот сундуки. И вот пошли у нас сундуки. И места нету у меня. Тролливали. Давайте я вот так вот, наверное, скорее всего, сделаю. Просто, ну, у меня этих... Как... Что это вообще? Ткани. Используют для стильной, но не самой надежной одежды. Чё хрустит такое? Кроме меня еще кто-то здесь есть, что ли? Да хотя нет, никого нету. Здесь есть аппарат. Сейчас, друзья, будем взламывать замочек. Хоп, пусто. И... 30 секунд. Ну давай, поехали. Это у нас 0. А почему взломать? Я не понимаю, вот что тут нажимать? Смотрите. Ой, там кто-то пришел. Это кто такой? Странно, там какой-то мужик с той стороны стоит. Ну ладно, пускай стоит. Я еще раз пробую. У меня вторая, третья попытка, точнее. Так, циферка 2. Блин, я проворнякал. Циферка 1. Нет, нифига. Доступ запрещен. Заблокировано. Подожди, товарищ, подожди. В смысле? Ну ладно, хер с вами. Давайте вот так вот легче будет. Я все равно еще не до конца это все понял. Так, препарат. Постепенно снижает интоксикации. Я не знаю, что это такое, конечно же. Но почему мне не дают? Алло. У меня нет места. Даже нет места забрать это все. Вай, 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 рита, виваратай, врива, вай, вриварай. А можно отсюда как-нибудь попасть? Нет, нифига, придется оббегать. Друзья, я сейчас, конечно же, сбегаю до машины, посмотрю кое-что. Там можно выкинуть. Прибегу обратно, заберу кое-какие вещи. Ну и встретимся вместе с вами уже около дома. Ну что, друзья, я добрался до дому. Забрал примерно все, что там я смог унести, но есть одна маленькая беда. Я до сих пор не могу найти тот диод. Вообще ни одного диода я не смог найти. Нашел, конечно же, оружейные детали, забрал все, что там было. Вот, вот эта вещь, которая мне сейчас нужна, это пластмассовые решетки. Сейчас мы полностью это сделаем. Пистолет у меня сломался, его нужно чинить. Ну, теперь-то мы уже знаем, как его чинить. Это патроны и оружейные детали нам нужны для этого. А вот где диод найти, не знаю. Я, конечно же, побегаю за кадром. Мне надо 3 диода найти. Вот до этого я проворонял. Надо было на складе там забрать. Пистолет так, сюда. На складе мне надо было забрать, и все, и было бы на изи. Ну, а я что-то как-то, знаете, не взял, и, увы... Теперь у меня его нету. 3200. Хо-хо-хо-хо. Друзья, давайте на этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Так как мы сегодня очень многое сделали. Я постараюсь за кадром это все найти. Починить пистолет. Конечно же, нам нужно ставить кухню, чтобы была какая-то у нас еда. Но с этими диодами, светодиодами, это будет проблематично. Вот, видите? Ай, а можно мне их отсюда снять? Дай мне я сниму, у меня 10 штук только здесь валяется. На этом я буду заканчивать это видео. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякивайте колокольчик. И на сегодня всем пока-пока.